А про казусы рассказывать, вы знаете, не надо ходить на кухню к профессионалу. Там ничего хорошего нет, я вам честно говорю. Если зайти на кухню ресторана, не надо. Хорошо. Сидим, Леша Михалев сидит, Андрей Гаврилов, еще кто-то, и я. И мы, у нас на фестивале свободное время, и кто-то говорит: слушай, а ты этот фильм переводил. А вот помнишь, там они говорят, о чем говорят? Да я не понял, и я не понял. А ты что там переводишь? Я перевожу, что он хочет на ней жениться. А я перевожу, что он пригласил ее на выставку. И идет вот такой обмен. А там сидит блатной, который пришел за абонементом. И он смотрит на нас. А мы продолжаем делиться опытом. Короче говоря, абонемент он не взял и в горе ушел.